У Федерации фехтования Московской области новый президент. Им стал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин. Его кандидатуру поддержали все участники конференции. Выбор не случайный. Городской округ Химки – самый спортивный регион Подмосковья. Фехтованию в Химках уделяют особое внимание. Здесь построен современный центр фехтования имени Ильгара Мамедова. Он отвечает всем мировым стандартам. Больше 1000 действующих спортсменов и около сотни тренеров представляют городской округ. Что для меня важно? Точка отчета, наверное, точка отчета, в каком виде сегодня у нас есть фехтование и в каком виде мы хотим его получить через там, год, через три, через пять, через перспективу. Вот это для меня очень важно, что для этого нужно. Как нам нужно подключиться, как нам нужно включиться и Химкам, и всем остальным. На следующей неделе Федерация фехтования Московской области вновь проведет собрание. Вместе с новым президентом обсудят план развития, наметят цели и определят способы их достижения.